Почему прозрачная вода превращается в лед белого цвета? Если вы замораживали воду в формочках, то наверняка замечали, что обычно кубики льда белого мутного цвета. Как же прозрачная вода превращается в лед белого цвета? Вода замерзает неравномерно, и все примеси и газы замерзают в последнюю очередь. Обычно такие кубики прозрачны по верхнему краю. Тут кристаллизация начинается раньше, а центр и низ белые и мутные. Несмотря на мутный внешний вид, такой лед вполне безопасен для употребления. Не все примеси вредны. Белый цвет, например, дают кальций и магний, которые являются важными микроэлементами для человека. Если же заморозить кипяченую воду, то кубики будут намного прозрачнее. Эффект будет гораздо лучше, если воду вскипятить дважды. Тогда из примесей останутся только пузырьки воздуха. Чтобы избавиться и от них, нужно замораживать постепенно. Морской лед. Отдельного внимания заслуживает лед, который образуется в морской соленой воде. Температура его замерзания намного ниже, чем у пресной воды. Поэтому морской лед сконцентрирован в Арктике и в Антарктике. В среднем по больнице, океану, морской лед начинает таять при температуре минус 2,3 градуса. Причем морской лед по солености уступает морской воде в среднем в 4 раза. Если водопроводная вода имеет белый цвет, то морской лед, как правило, имеет зеленоватый или синий оттенок.